другим темам переходим. Учителя физкультуры из села Ключики Челябинской области восстановили на работе. Андрей Хохряков обратился в суд, когда его уволили за месяц до начала учебного года. Официально поводом назвали работу по совместительству. Но Андрей убежден, дело в его противостоянии с местными властями. Они установили дату празднования Дня Победы на 8 мая. Хохряков обратился в Общероссийский народный фронт, чтобы добиться переноса праздника на 9 мая, как это официально в принципе установлено по всей стране. Ну а в день увольнения учитель записал разговор с руководством школы. У нас все совместители 31 числа мая увольняются. Известно вам? Они сами у вас увольняются или вы их просите сами, уволить? Сами. По какой причине? Потому что политика такая. У кого? У кого? На какой нормативно-правовой документ вы ссылаетесь сейчас, говоря о том, что... Но вы не будете увольняться, нет. Я не планирую увольняться. Ну все, понятно. Значит, по истечении договора...